Всем привет! Мы находимся в Краснодаре, и сегодня я буду делать трюк, который вы мне загадали в аккаунте RedBMX. Фух, полетели. В общем, как всегда, вы заказали очень много невероятной жести, невыполнимой. Ну, точно выполнимой не мной. Вот, но и куча интересных трюков. А начнем мы с чего-нибудь плюс-минус простенького для меня. И да, надо немного разогреться перед той дичью, которую вы заказали. Давайте посмотрим. Так вот, спасибо всем вам, что заказали такую кучу трюков. Есть что выбрать. Сейчас. Первым трюком надо что-нибудь не очень сложное. Я выберу сразу несколько трюков. Так вот, я вижу 360 Double Whip. Блин, я не знаю, что делать. Помните, я сказал, что вы заказали более-менее адекватные трюки? Я врал. После трехи Double Whip я так и не могу найти что-нибудь разогревочное. Все, трюки закончились. Я правда не знаю, что делать. Сейчас что-нибудь придумаем. Ладно, короче, я сейчас не найду. Ну, было там 33 бара, 30 Double Whip. Погнали. Пока что с этих трючков начнем. Вот только есть, теперь можно отдыхать. Потому что все остальное я не сделаю. Ладно. Так, дальше. Поехали выбирать трюки. Два opposite випа. Еще где-то тут был фуджем на ноухен. Два opposite випа в последний раз делал, я не помню, когда, мне кажется, лет... Года три назад я делал последний раз double opposite вип. Сейчас еще раз попробую, давно хотел начать делать. Так, double opposite whip на спайне, развернусь и сделаю фуджем на ноухэнд здесь в коттере. Есть. Ох, кайф. Погнали дальше. Очень круто получилось. Там есть... Упади трипл вип, но этого я делать, к сожалению, сегодня не буду. Надеюсь, скоро дойду до этого. Прикольно получилось. Так, дальше. Там есть трючочек один. Загадал парень, он катается за редбул, высокий и рыжий. Знаю, есть там небольшой... Ой, знаю, кто это. Короче, я немного считерил. Загадал себе трюк, который хочу сделать, но боюсь флэр дабл вип. Сейчас разочек в поролон, потом на рейде. Ой, это было нехорошо, давай еще нет, раз. Нет, было плохо. Блин, ну очень страшно, я только научился этот трюк. Я думаю, сейчас сделаю на рейде. Как у тебя флэр двойной получается лучше, чем просто флэр? Получается. Получается так? Фух, блин, круто. Очень давно хотел научиться. Пару дней назад научился трючочек. Всегда вообще не понимал, как это работает, но... Круто. Прогресс потихонечку идет все-таки. Очень сложно дальше двигаться. Когда находишься на таком высоком уровне, невероятно сложно шагнуть дальше. Потому что там уже что-то запредельное, типа флэр дабл и пол. Следующий заказ. Был тут трючок один очень интересный, сейчас я его найду, вам покажу и начну пробовать. Так, трючочек Decayed на Switch Whip. Ну, будем считать, что это Decayed на Opposite Whip, не Switch Whip. Так что я делаю 360 Opposite Whip, ловлю Opposite Whip и делаю еще один Opposite Whip. Так, сначала в поролон, потому что трючочек настоящий в Decayed, потом попробую на рейде, если все получится. Вроде сделал более-менее. Сейчас иду пробовать. Не отнимай работу оператора. Страшно немного. Блин, если не ошибаюсь, Костян делал этот трюк. Больше ни от кого не видел.
И даже Костян, он подпинывал. Я прям стараюсь поймать, остановить велосипед и еще раз запустить. Так что, возможно, такого никто никогда не делал. Погнали пробовать. Фига, давай смотреть. Давай смотреть. Обалди. Ты с первого раза? Я счастлив. Трюк есть. Блин, очень давно бы хотел, всегда боялся. Так что спасибо, чувак, который загадал. Было интересно. Вообще очень много крутых заказов. Постараемся сейчас еще что-нибудь интересное оттуда выцепить. Там есть дикий заказ. Я обычно такого не делаю, но специально для вас попробую кранкфлип. Пойдемте сделаем. А что это такое? Что такое кранкфлип? Да, ну кто не знает, чтобы знали. В смысле, ну если чуваки знают, что такое 360 DS, ну ладно, кранкфлип — это прокрут педали назад. Проблема в том, что на моем велике этого не сделать, просто... Там прям след! Мой велик не сделать, потому что у меня затянуты шатуны. Я катаюсь без спейсера. Сейчас кого-нибудь позаимствуем велосипед и сделаем кранкфлип. У Катюхи, если, нет? Если заказали, то обязательно надо делать. Так, Юрий говорит, что загадали семеру. Красивую. Давай оценят зрители в комментариях, нормальная семёра была или ненормальная. Ты как считаешь, нормальная семёра была? Нормально. И говорят, нормальная семёра была. Плюс-минус красивая семёра есть. Двигаемся дальше. Есть довольно-таки интересный заказ. 360 Accelerate на VIP. Я уже делал 360 VIP на Accelerate. Сейчас поменяем местами. Да, 360 Accelerate на VIP. Надо попробовать сделать без проволоки сразу в рейде, да? Да. А потом там приехал Анар. Приехал холодный, и мы попросим чуваков сделать семеру дабл бар и 364 бара, потому что я этого делать не буду сейчас. Блин, плоскость сложно правильно взять. Чтобы VIP кинуть, по-хорошему в трёхе нужно лететь чуть-чуть, ну, в ноуздайве, а в акселерейте это сложно. Воу. Ух, это было очень страшно, страшнее, чем 3DS на DS. Блин, кстати, напишите, пожалуйста, если вдруг видели где-то 360DS на DS. Если не видели, тоже можете написать. Так, погнали дальше. Блин, а что на 1008 загадываем? Можешь делать 1000? Да, давай. Как? Косарь? Да, с какого-то 16-го года появилось все. Мне постоянно пишут в комментариях: чувак, Ирик, ты же любишь косарь, сделай косарь. Сейчас делаю. Сначала семеро еще. Все, можно отдыхать. Блин, очень хорошо было. Каждый раз, как первый раз. Так, ладно, теперь предстоит долгий выбор следующих трюков. Пойдем покажем, сколько всего трюков было. Так, я наконец нашел, кто мне загадал Decade на Object VIP. Это был Санек Малаев. Респект. Decade на Switch VIP, в принципе, то же самое. Вот, но сначала я увидел Санька. Короче, чтобы вы понимали, сколько там загадали трюков вы. Вот такое вот огромное количество. Вот, и больше половины из них просто неадекватные и нереальные. Но есть куча интересных, как вы уже поняли. Сейчас буду дальше выбирать. Вот, 360 XAP на Тёрндаун. Спасибо большое, что жалеете. Семёра бар. Хорошо, ладно, сейчас я выберу и вам расскажу. Можно я без очереди закажу, пожалуйста? Ой, ну давай. Кранкфлип. Пожалуйста. Привет, Саша. Привет.
Да, кстати, было... Я хочу заказать гирьку, я знаю, что я имею право. Я имею право. Фронтфлип, как все. Окей, там кто-то загадывал фронтфлип на ноухенд, кстати. Там куча, да каких на... Я могу фронтфлип взять, а потом ноухенд, да, без проблем. Давай, фронтфлип туда, в обратку нарезай. Ну не в обратку, на стол вообще. Знаешь, что я загадываю? Треху акселерайт на вип. Блин, да, я слышал, знаете, какая. Треху опс-дрип на опс-дрип. Короче, куча всего смешного. Трипл кранкфлип, блин. Раньше бы заметил, я бы сделал, конечно, но сейчас уже... Блин, очень-очень много сумасшедших трюков, вообще неадекватно. Ладно. Загадали тебе уже трипл фронтфлип? Да. Так, хорошо, выполняем заказ кучера, фронтфлип. Покажи, пожалуйста, как Даша тебя снимает. Нормально? Кошка учуяла запах блинчика и вот оттуда прибежала сюда. Ты поделишься, нет, с кошкой? Она на диете. Наверное, она не будет спрашивать. Ладно, я делаю фронтфлип, ноухенд на стол, разворачиваюсь и делаю 360 эксап на тёрндаун. Стиль. Очень давно не делал фронтфлип. Естественно, 360 эксап на тёрндаун. Стиль. Я доволен, я рад. Слушай, я такой хороший фронтфлип никогда, мне кажется, не делал. Да? Ты все увидел, приземлился. Крися. Мне кажется, эта кошка скоро начнет появляться у меня дома, когда я живу. Дальше снимать. Двигаемся дальше. Там есть два заказа, 34 бара и 7 дабл бар. Я думаю, нужно уже человека на помощь звать. Поехали. Всем привет. Это влог, да? Это влог, да. Так, чувак, мне нужна помощь. 34 бара и 7 бара. Мне заказали, я решил передать тебе эстафету. Сейчас? Ну, можно прямо сейчас первым трюком. Чуть попозже? Да. Ну когда чуть попозже? Сейчас я ужасно пытаюсь. Ну он все 5 минут. Так, пока она разогревается, сделаю еще парочку трючков. Я проштудировал ваш невероятный список и достал тут 3 крутых трюка. 360 W на тейбл. Санек Малаев загадал. Флип табаган на тёрндаун от Амира Шарафиева из Казани. И флип дабл бар от Юрбаса из Украины. Фух, сейчас будем пробовать. Это страшно. Так, надо переделать. Сейчас там приехал Анар. И я такой фишка. Он приезжает и первым трюком делает квадротрак. Много народ заказали квадротрак. Я квадротрак не умею. Так что Анар меня спасает. Квадротрак! Я каждый раз, чувак, прозреваю. Каждый день приезжает первым трюком на рейс делать квадротрак. Так, а я пойду переделывать флип табанатерн. Это я не уверен, что там крутил. Да, все. Да. Фух! Так, вот так на видосе все оказалось довольно-таки круто. Просто по ощущениям, во флипе и в топогане велосипед очень прямо летит, и ему очень сложно двигаться. Я когда жму тёрндаун, он прям у меня по косточке каждый раз протирает, и кажется, как будто бы у меня кривые ноги. Такие довольно-таки хорошо. Так, следующий трюк. Юрбас. Флип дабл бар. Делал один раз в жизни, несколько дней назад. Если бы вы мне месяц назад сказали, что чувак сделал флип дабл бар, я бы даже не мог подумать о выполнении вашего заказа, но сейчас попробую. Делаю флип бар. Если буду хорошо себя чувствовать, попробую флип два бара. Конечно, для меня это полное мясо, потому что я флип-бар-то не делал 3 года. Блин. Дай. Оу.
Я думала, ты там уже на третий разошелся, на самом деле. Что? Мне показалось, что ты на третий уже начал. Я просто руль крыл. Хорошо, хорошо. Нормально, да? Не надо, да, так делать? Вот и вип, флип, даблбас. Пацаны, а не хотите по трюку выполнить из заказа? Не, ну можно выбрать просто, там огромный список. А 3-3 там есть? Есть, наверное, да. Можем все сделать. Погнали. Ну вот, так. Восемь трех и бодро, вип. Легит на тубаган. Лайком был папа среди. Плеер дабл вип. 7 вип. О. Тубар на тубаган. О. 360 на фронт бар. Причем прикол, что пойду сбоку делать. Фронт вип на бар. А ты не сделал 160 вип на тубаган, ну-ка. Забрай медленно. Треха вип на тубаган, ну-ка. Блин, наверное, нет. Ну, если очень сильно постараюсь, может, сделаю, конечно. Нет, тут есть трюк, который я еще могу сделать. Я просто думаю, может, вы что-нибудь хотите повторить. Катюха, может, тоже с трёха присоединишься? Три? Да. А мы все в конце трёшку. Да, давай. Давай, Катюх. Не едем обратно. Давай. Так, ты первый? Так, к вам присоединяется Катюха, она будет ехать последняя, будет делать просто трёшку. После семерки, после анализа. Вот она, да, паузу выдержать. Слушай, ты можешь посмотреть вообще, как он приземлился, да? Я не ау, ау, ау! На этом диком трейне мы будем потихонечку закругляться. Получилось офигенно, вы загадали невероятные трюки. Я себя запушил. Я надеюсь, вам понравилось. Вот, и да, постараюсь снимать вам чуть почаще. Пишите, пожалуйста, что вам было бы интересно видеть. Может быть, какие-нибудь халтушки, не знаю, геймов-байки. Пишите, обратная связь важна. Так что до скорого увидимся. Всем пока, спасибо за просмотр. А теперь уезжай вниз с этой огромной разгонки. А можно в поролон? Куда я пойду? Не знаю. Все, ребятки, пока-пока.